Всем привет! Сегодня мы узнаем, что никогда не потерпят эти знаки зодиака. Овен. Овен никогда не будет просить ни у кого помощи. Он не терпит этого делать. Овен – очень гордый знак зодиака, и поэтому они ждут, что им сами предложат помощь. Но просить они не будут никогда, разве что раздавать указания. Телец. Телец никогда не будет жертвовать собственными интересами. Близнецы. Близнецы труднее всего заставить что-то делать, потому что они делают только то, что хотят. А знаете ли вы, что рак ненавидит предательство? Они насколько любят свое окружение и своих родных, что никогда их не предадут. Надеюсь, эта информация вам будет полезной. А если же понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.